Сегодня у нас еще одна посылка. Шла она недолго, 17 дней. Сразу начинаем ее распаковывать, чтобы увидеть, что это. Продавец совестный, потому что отправил быстро, пришло тоже быстро. Ну все, пупырышка, их очень тяжело открывалось. И это у нас квадрокоптер бренда JJRC, довольно-таки известного сервис квадрокоптеров. Модель H20C, что означает, что с камерой. Камера 2 мегапикселя. Вот такая вот упаковочка. И вынимаем. В коробке еще инструкция. Здесь вот показано, наверное, да? Что он может влево-вправо разворачиваться и так дальше. Про сам квадрик, ребята, расскажу, что взял я в зеленом цвете, там был вроде еще черный и красный. Квадрик, в принципе, должен быть неплохой, с 6-осевым гироскопом, может делать обороты на 360 градусов. Иметь три скорости полета, плюс должна быть в него камера. Сейчас мы достанем. Вот камера на 2 мегапикселя. С возможностью делать фото и записывать видео. А также где-то, насколько я понимаю, должна быть у него LED-подсветка. Ну, на фото так вроде как было. Но посмотрим насчет LED-подсветки. Батарея здесь на 280 мАч. Литиополимерная. Одного заряда хватает на 5 минут полетов. Заряжается по инструкции вроде минут 40. Вот так вот. Это у нас квадрик. Кладем на место. Теперь пульт. Отдельная тема. Пульт у нас идет четырехканальный. Дальность, как если верить китайцам, 60 метров управления. И одна из интересных функций у него это вот называется Automatic Return. Ну или как-то так. Я по-английски не очень. Если вы нажимаете эту кнопку, квадрик возвращается в то место, откуда слетал. Ну, нужно пробовать, я еще квадрики, в принципе, не тестировал. Это мой первый. Ну, поэтому посмотрим. Пластик весь сделан из софт-тача, очень приятный на ощупь. Очень приятный. Не скользит, в руках лежит очень хорошо. Да, нужно читать, для чего какая кнопка. Будем читать. В комплекте идет еще зарядка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть запасных лопастей. Четверточка, это, наверное, для того, чтобы батарейки вставить в пульт. Сюда идут три батарейки типа 3А. Мини-пальчик. Ребята, это мой первый квадрик, так что будем разбираться вместе. Батарея заряжена вроде, не знаю насколько. Да, вот здесь светлодиодная подсветка у них есть. Красный, синий LED. Итак, ребята, мини-инструкция по индикаторах. Включаем квадрик. Если видим, там в середине моргает зелено-красный лампочка, это означает, что нет карточки памяти. Сейчас мы ее вставим, посмотрим, что будет. Так, засунули карточку. Ставим батарею на место. Включаем. Горит зеленый.
Это означает, что карточка готова к записи. Подключение к джойстику управления. Левый стик кверху. Включаем. Вниз. Все. Сигнал перестало моргать, сигнал пропал. Квадрик подключился. Кстати, квадрик светится светлодиодами. Светлодиоды отключаются долгим нажатием на эту кнопку. Все. Обратно включили, да? Ну, рекомендую светлодиоды не выключать, потому что если он где-то упадет в траву, или вечером, будет вообще невозможно найти. Так, сконнектили. Стик. Чуток кверху, и квадрик начинает движение. Кстати, фото-видео. Фото делает по нажатию. Сделали нажатие, сделала фото, сделала нажатие, еще одно фото. Видео нажимаем, начинает писать. Нажимаем еще раз, заканчивает запись. Кстати, здесь вот этот индикатор около карточки, зеленый. Если нажать фото, индикатор моргает и красным, да. То есть сделана фотка, сделана фотка. Если нажать видео, моргает красным постоянно. Это означает, что идет запись. Еще раз нажали. Все. Больше не записывает. Кстати, когда он летит и потом перевернется, если он упал нам вот так вот, вверх ногами, эти лампочки начинают очень быстро моргать. Ребята, еще такой вот нюанс по зарядке. Втыкаем зарядку, втыкаем ее в зарядник, да. Сначала подумал, что-то вот не понял, не заряжает или что с ним не так. Значит, рассказываю, как он должен заряжаться. Втыкнули, и нужно ждать минут 40. После того, как батарея зарядится, вот в этой штуке загорается червонный светлодиод. Это означает, что батарея уже заряжена. До того времени никаких признаков зарядки он не издает. Но зарядка идет. Просто чтобы вы знали. Видимо, может делать разворот по своей оси. Если стик дали газу, можно так сказать. Запустили квадрик. Левый стик делает обороты по своей оси, да? Правый стик делает наклоны его. С кнопкой автоматического возвращения что-то я не разобрался еще. Да, конечно, нужно привыкнуть к плавности движений. Да, я давно понял, что тестировать его нужно, конечно, где-то на очень мягком месте, потому что можно врезаться в стену. Еще есть в джойстике такая вот штучка. Так, есть еще такой держатель. Кто знает, кстати, для чего это держатель? Типа здесь можно что-нибудь вставлять, и он держит. Вот есть даже пружинка. Какой-то экран, насколько я понимаю, да, или для чего? Вот может кто-то знает, напишите в комментариях, потому что я реально не знаю, зачем здесь вот этот держатель. Держатель чего-то. Телефон сюда, конечно, не влезет, но какой-то может экран или что. Я не знаю, зачем это держатель. Одним словом, такая вот распаковочка у нас только. Тестировать его буду где-нибудь на улице. Снимлю потом видео, да. И попробуем, как он делает фотки и видео еще. Я тебя не могу.
Ребят, на окончание хочу сказать, что купил я эту вещь за $35 на AliExpress. У нас их продают в Украине на сайтах от 50 до $70 по цене. Вон даже скрин выложу, нашел один из сайтов. Продавца оставлю под видео. Можете пройти по ссылке и купить сами. Еще что хочу сказать, ребят, если хотите заказать такой квадрик себе, но боитесь, например, или не знаете, как заплатить, или не знаете, как потом открыть диспут, если что-нибудь не так, тогда я могу вам помочь в покупке, или могу даже сам купить, и потом вам отправить новой почтой. Ну, я имею в виду для жителей Украины, да. Или для жителей Львова могу отдать прямо в руки, ребят. Пишите мне в личку, думаю, сможем договориться, могу вам помочь с покупкой. Все, ребят, пока, успехов.